У нас наконец-то вроде как зима пришла. Конец сентября 2023 года. Вечереет, мы идем на прогулку на озеро. В этом СНТ очень многие живут круглый год. Ну, неплохой СНТ. Находится район МЖК. И вот здесь оно. Пройти буквально, сколько он тут? 15 минут, и мы будем на озере. Озеро лесное, и там я бы назвал это березовый лес. Тоже видно. Тут овраги всевозможные. И вот мы идем. Вот такое это СНТ. По ценнику дачи здесь стоят, вот сейчас, которые продаются, дешевле 600 тысяч я не видел. Видел как-то было 450, но это был просто участок без, я не знаю, без каких-либо построек. Может, какой-нибудь сарай стоял, куда инструмент сложить и все. И все. 5 или 6 соток небольшое. Вот. А так такие цены здесь. Также есть, конечно, и подороже, и за 2, и за 3 миллиона. Ну и вот, и люди живут круглый год. Ну и, конечно же, это не предел. Рядом другое общество. Не помню, как оно называется, если честно. Ну, там прям у них газ проведен. И оно с 50-х годов. Ну и это, скорее всего, приблизительно с таких же времен сделано. Поэтому, кто хочет, неплохое место. Приобрести жилье, к примеру, жить, печки топить. Свет круглый год, дорогу чистят, основную центральную. Пожалуйста. Ну, вода, судя по всему, таскать надо. Потому что, хотя точно не знаю. Но предполагаю, что воду здесь таскают. А так, вот эти... Тоже могу предположить, но не уверен, что вот эти баки это вода. И летом они активны. Но я не знаю точно, поэтому напишите мне в комментариях, что это такое. Вот эти вот, что это за баки. А так, пожалуйста, вот телевидение, график работ, подача воды, сама карта участка. 67 лет. 67 лет. СНТ Сибиряк. Вперед идем, и вот это все, впереди все деревья, это березы. Как назвать такое количество берез? Лес, не лес. Ну и тополя, конечно, есть. На закате на озеро прибыли. Уже кто-то ходил по льду. А, вон ребята. Ходят, бродят. Те он как не боятся по льду ходить, прям я не знаю даже. У нас же вот недавно только вот буквально снега не было. На прошлой неделе. Да вот все таяло. Пару дней как. Дождь шел. Согласитесь, на поселок похоже какой-то.
хотя здесь газ и все такое. Но это дачи. И называются они у нас СНТ Дружба. Вот это СНТ Дружба. И тут люди живут круглый год. Ну и соответственно, вот такая вот дорога.